Поселок Лао, улица Разина. Сюда с рейдом отправились сотрудники районной администрации, водоканала и полиции. Первый дом и сразу нарушение. Точнее, это не дом, а целая мини-гостиница. Бизнес у хозяина поставлен хорошо, но вот о водоотведении он почему-то не позаботился. Сливает стоки прямиком на грунт и в ливневку. Согласно вашим показаниям счетчика, оно не соответствует действительности. Вы потребляете до 50 кубов наверняка. А выкачиваете по 5 кубов. А вот 45 кубов вы сливаете в грунт, в речку, в канализацию. Потом это все в море. Хозяину выдают предписание. Сотрудники водоканала отрезают дом от воды, ставят заглушку. Благо цивилизации вернут только после того, как хозяин гостевого дома установит лосы, либо подключится к центральной канализации. Такая возможность на улице Разина есть. Впрочем, совсем без воды хозяина тоже не оставят. Ее будут доставлять в специальных баках. Это явное нарушение санитарных норм. Естественно, большая часть людей довольна этой работой, и довольны только те, кого мы отключаем. Но я думаю, что после того, как они приведут соответствие в свою канализационную систему, они тоже будут довольны, потому что им здесь жить, ходить на это море, купаться. Прежде чем пойти на карательные меры, сочинцев предупреждают, причем неоднократно. С начала года в Лао уже отрезали от воды более 80 домов и мини-гостиниц. 70% из них уже устранили нарушения, подключились к канализации или установили лосы. Эта работа будет продолжена во всех районах курорта. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.